В этом году в Атырауской области планируется производство более 170 тонн сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил на аппаратном совещании под председательством акима Атырауской области Серика Шапкенова. На повестке дня обсудили вопросы весеннего сева в регионе и проблемы в области ветеринарии. В этом году общая площадь посевов составит 9616 гектаров. В весенне-полевых работах задействовано 353 сельскохозяйственных подразделений и 780 сельхозтехники, в том числе 450 тракторов, 330 сельскохозяйственных машин и водных насосов. Руководитель областного управления сельского хозяйства Амангильда Саламат сообщил, что сельскохозяйственная техника готова к весенним посевным работам. На заседании глава региона также поручил рассмотреть вопросы дач в пригороде. Помимо этого, заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства Азамат Айткалиев вступил с докладом. По его словам, в этом году планируется провести вакцинацию скота против особо опасных животных болезней, в том числе более 6000 доз для 7 видов коров и более 1 000 000 доз для 3 видов овец и коз. По итогам совещания глава региона дал ряд поручений руководителям управлений. В 2022 году в области проведена профилактическая работа по выявлению больше 2 000 000 доз препарата против 9 видов бешенства – нодулярного дерматита, сибирской язвы, эмфизематоза, пастереллеза, инфекционного ринотрахеита, чумы и эхимококоза. Все поголовье коров, овец и коз, верблюдов старше года будет обследовано на бруцеллез. Для этого планируется сдать больше 1 000 000 проб крови в ветеринарную лабораторию.